В Десногорске сотрудники полиции установили подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр. В марте этого года в ОМВД России по Десногорску поступили сообщения из 3 магазинов об обнаружении в каждом из них по одной подозрительной купюре номиналом в 5000 рублей. Позже экспертиза подтвердила, что банкноты оказались поддельными. В ходе специальных мероприятий полицейскими были установлены личности подозреваемых в сбыте фальшивок. Ими оказались женщина и мужчина из Десногорска. В настоящий момент за что задерживаются сотрудниками полиции? За фальшивые поддельные купюры. А где данные купюры взяли? Муж привез. Купюры какого номинала были? 5000. Подозреваемые признались, что получили фальшивки у своего знакомого. Вскоре он также был доставлен в отдел полиции. У него обнаружено и изъято еще 7 поддельных банкнот. Установлено, что последний приобрел их в Москве, а вернувшись в Десногорск, передал для реализации друзьям. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи Уголовного кодекса «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении подозреваемых мужчин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.